Объекты готовы, и традиционно просим вас дать разрешение на запуск движения. Разрешаю. Монтаж пролетных строений на железнодорожном мосту через реку Тулома был завершен 28 ноября. Мост, по данным госзаказчика, строительство стал самым крупным в Заполярье. Его общая длина составляет 1300 метров. Он имеет 8 пролетных строений длиной от 100 до 150 метров каждое. Объект является одним из важных элементов железнодорожной линии выходной Лавна, соединяющей порт с сетью РЖД. На всем маршруте от Мурманска до иранского Бандар-Аббаса будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовный железнодорожный путь, бесшовное железнодорожное сообщение по широкой колее стандарта 1520. Доставка грузов из Мурманска в Мумбаи займет около 15 суток. По сравнению с традиционными маршрутами, время в пути сократится в 4 раза. Морской порт Лавна – одна из крупнейших строек Северо-Запада. Территория порта, который находится на берегу Кольского залива, занимает 120 гектаров. Глубина у берега достигает 15 метров, что позволит порту принимать крупнотоннажные суда. Лавна имеет выход в нейтральные воды, что открывает прямой путь для экспорта российского угля. Этот проект, новая железная дорога на западный берег Кольского залива, знаковый проект для всей российской Арктики, для Северного морского пути и, конечно же, очень важный проект для Мурманской области. Полностью новый порт должен заработать в 2024 году и выйти на перевалочную мощность в 4 миллиона тонн груза. Запланированная мощность после 2025 года составит 18 миллионов тонн угля в год.